полмиллиона долларов за продвижение дела. Двое мошенников предстанут перед судом. В Украине под суд пойдут двое мошенников, которые пытались выманить у мужчины полмиллиона долларов. Они пообещали ему посодействовать в уголовном деле. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на офис генпрокурора. По данным следствия, два человека пообещали представителю иностранной компании решить вопрос в прокуратуре, где расследуют дело, в котором эта компания является потерпевшей. Мошенники заверили, что ускорят расследование, виновные будут. Озвучено Яндекс Спичкит. Привлечены к ответственности, а убытки возместят. Аферисты убеждали, что якобы имеют определенные связи с руководством офиса генпрокурора хотя это не соответствовало действительности. По данному факту открыли уголовное дело Ч. 3 СТ 15 Ч. 2 Ч. 4 СТ 190 УКУ. Обвинительный акт уже передали в суд. Напомним, в Украине также будут судить блогера Миллионика, который оправдывает вооруженную агрессию России и называет себя спикером войны. Срочные и важные. Сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.